Ильмиянова Икрамжана Сатаровича Первомайским районным судом признано законным. И мера пресечения до 28 ноября 2018 года избрана. Обвиняется по статье 166 пункт 2 часть 4. И в данном случае, ну почему так долго? Потому что суд почему-то не разрешил снять копии с некоторых документов, материалов, которые представило следствие. Это во-первых. А во-вторых, меня опять же удивило, что суд опять ограничили в открытости. То есть опять никого не пустили. А можете рассказать подробнее, что ему инкриминируют, кроме статьи? Ну, инкриминируют 166-ю, но я бы сейчас не стал говорить о содержании. Мне нужно ознакомиться со всеми материалами. Я только что по существу приступил. И с обвинением познакомиться, и с другими документами, которые следствие представило в суд. А потом уже давать комментарии какие-то. Ну, хотя бы вкратце. Вкратце я скажу так, что задержание само по себе было незаконным. У меня очень много вопросов поэтому по задержанию по самому. Ну и соответственно, так быстро и предъявить обвинение, и избрать заочную меру пресечения, но тоже вызывает много вопросов и сомнений. А ранее какие-то повестки были о вызове на Никаких запрос? Никаких повесток. Ну вот представьте себе, что 18 числа была избрана мера пресечения заочно, 18 числа был объявлен в розыск, причем не в международный, и значит 20 числа, то есть сегодня, а фактически вчера, 19-го, был задержан и доставлен в органы ГКНБ. Какая скорость, я просто удивлен этому. Ну, то есть это не соответствует процедурам. А как вы считаете, с чем такая скорость связана с чем? Это вопрос тоже, наверное, не ко мне, но меня сам себе я иной раз задаю вопрос и не могу ответить пока.